Мусульманам предложили сжечь флаг Палестины и получить за это новый iPhone 12 Pro Max. Такой необычный социальный эксперимент недавно прошел в Британии, в то время как вокруг мечети Аль-Акса и в самой Палестине все сильнее разгорался конфликт. Участниками социального эксперимента были мусульмане и арабы, которых встретили на улице. Их спрашивали, слышали что-нибудь о происходящем в Палестине. После этого предлагали получить новый iPhone и на камеру поджечь флаг Палестины. Ты хочешь, чтобы я поджег его взамен на iPhone? Да, это челлендж, и ты получишь iPhone 12 Pro Max. Мусульмане категорически отказывались сжигать палестинский флаг. И даже никакие уговоры не смогли изменить их решение. Но вдруг к ним подходил человек в арабской одежде, который легко согласился выполнить условия челленджа. Если я сожгу флаг, мне дадут iPhone? Круто! Как ты можешь это сделать, когда палестинских детей убивают каждый день? Я сам родом из Израиля, и я сожгу этот флаг. Я это сделаю. Но этого так и не случилось. Более того, участники социального эксперимента пытались отбить всякое желание у человека в белой длинной одежде сжечь палестинский флаг. По итогам пранка защитникам Аль-Кудса подарили новенькие айфоны. Организаторы и участники социального эксперимента выразили солидарность с палестинским народом, призвав каждого обратить внимание на конфликт.